Как больше продавать и привлекать покупателей? Секреты успешного бизнеса сегодня раскрыли на семинаре в торгово-промышленной палате. Также мы заглянули в один из столичных магазинов и узнали, как этикетки и упаковки влияют на продажи. Тирасполь, район Правды. Чтобы провести небольшое расследование, отправляемся в один из продуктовых магазинов. Давайте пообщаемся с покупателями и узнаем, что лучше, наша упаковка или импортная. На что вы обращаете в первую очередь внимание, когда приходите в магазин? Ну, наверное, качество упаковки сразу. И продукт, который в нем находится, тоже, чтобы был качественный. Упаковка важна, например, вот, чтобы, если брать крупу или макароны, чтобы, пока мы ее донесем домой, то есть, чтобы мы там ничего не порвалось. Импортная мне не нравится. Там картинки какие-то не наши. Мне вот как для мамы важно, чтобы продукт был экологически чистый и мы были гарантированы, что даем безопасные продукты ребенку. Информация, конечно, на упаковке должна быть крупным шрифтом, чтобы не только молодые могли читать, но и в нашем возрасте уже могли прочесть. Когда есть какая-то отличительная особенность, легче покупателям даже называть товары, и он быстрее распродается? Конечно. Конечно, обязательно, да. Значит, уже есть у нас большой контингент покупателей, которые достаточно хорошо ознакомлены с нашей продукцией. Вот. И им достаточно просто сказать, дайте мне эти грушу, или дайте мне, там, допустим, горбунка, или дайте мне вот Машу и Медведя. Все. Для примера мы решили сравнить импортный товар и наш. Как мы видим, первое отличие, здесь упаковка непрозрачная. Кстати, он из Германии. А вот у нас товар, на нашем товаре упаковка прозрачная. Вы сразу можете оценить через упаковку его качество. И на этикетке изображено так, как это можно приготовить и подача вот данного блюда. Вот как это. Сразу хочется взять и кушать. То есть котлетка такая сочная, да, с пылу жару. Красивая, конечно. А вот если сравнивать сладкую воду, здесь мы видим, разница небольшая. На этикетке написано состав, что входит в эту воду. Соответствует требованиям всех производителей мировых. Как создать популярный торговый бренд и повысить продажи за счет упаковки товара? Сегодня в торгово-промышленной палате собрались предприниматели со всего Приднестровья. Те, кто лично приехать не смог из-за плотного графика, присутствуют на семинаре онлайн. Требования предъявляются к потребительской упаковке. В первую очередь должна содержать полезную информацию о сроке и способе хранения. Используете ли вы фирменный шрифт, логотип, название интернет-магазина. Также можно размещать QR-коды с ссылкой на ваш сайт или аккаунт в соцсетях. То есть все вот эти вот фишки, нюансы, инструменты, они как раз таки способствуют узнаваемости и продвижению вашего бренда. Для начинающих бизнесменов это будет актуальная информация. Тема выбрана не зря. Это по запросу наших начинающих индивидуальных предпринимателей, с которыми мы держим тесный контакт и на выставках, ярмарках. Заявок у нас на сегодня 60 желающих. У нас есть и участники, зарегистрированные из Рыбницы, из Каменки. И мы рады, что география проекта «Покупай Приднестровское» охватывает всех предпринимателей нашего региона. В планах торгово-промышленной палаты Приднестровья провести еще больше семинаров. Следующий по интернет-маркетингу запланирован на середину апреля.